Киевского информбюро. Войска Первого Украинского фронта, продолжая наступление, форсировали реку Одер юго-восточнее города Преслав, прорвали сильно укрепленную оборону немцев на западном берегу реки и за 3 дня боев продвинулись вперед до 20 километров. В ходе наступления войска фронта овладели важными узлами коммуникации и сильными опорными пунктами обороны немцев на западном берегу Одера и заняли более 60 населенных пунктов. В Будапеште наши войска продолжали бои по уничтожению окруженного гарнизона противника. На Первом Белорусском фронте нашими войсками взят в плен командир 433-й немецкой пехотной дивизии генерал-лейтенант Любе. На всех фронтах подбито 140 немецких танков, в воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 26 самолетов противника –